гости придут, они будут знать, на каком этаже находится квартира. Вадим показывает, как работает его творение. Он установил в лифте специальную табличку. И теперь каждый может безошибочно определить, на каком этаже находится нужная квартира. Скорая помощь, МЧС не знают, на какой этаж какая квартира находится. И получается так, что они чуть выше, чуть ниже ездят. Расход электроэнергии в лифте больше, и срок меньше становится. Необычную идею Вадим позаимствовал в Германии. Там такие указатели есть в каждом новом доме. Год назад я увидел вот этот момент и решил просто сделать наклейку бумажную. Через 2 часа ее оторвали. Сделал другую наклейку, более жесткую, она 2 дня стояла, тоже оторвали. По словам мужчины, его идеей заинтересовались чиновники Нижнекамска. Однако коммунальщики согласен на установку таблиц не дают. Зато жители голосуют за новшество. Новенькие люди заходят к нам в подъезд, наверное, думаю, что им это удобно. Если, например, даже кто-то приходит в гости кому-то, уже знает, какой этаж подняться им. Угу. Вот с этой стороны, конечно, это хорошее дело, молодцы. Ну это удобно, да, действительно. Кто не живет здесь? Знаешь, на каком этаже квартира? Нажимаешь и едешь по коммунистам. Юлия Шабанова, Регина Шигапова, эфир 24.